первый спикер Александр Смирнов. Есть у нас, да? Да, и у нас первый спикер Александр Смирнов. Аплодисменты Александру. Да, держите микрофон, держите кликер. У Александра интересная тема. Она очень звучит лаконично. Криптоброкер против криптобиржи. Уважаемая аудитория, на данной площадке, думаю, не стоит объяснять, что мы находимся на этапе формирования нового валютного мира. Альтернативному способу производства в системе взаиморасчетов сегодня, вероятнее всего, будет уже выступать так называемый азиатский способ производства со своим двухконтурным подходом к расчетам своей экономики. Поэтому в этой ситуации, скорее всего, на первый план будет выходить не только китайский юань, но и золото, и криптовалюте будет отведено достаточно важное место. Я представляю брокерский дом Larsen & Holtz. Мы не занимаемся добычей криптовалюты, мы с ней работаем, представляя для нее сервис в качестве дилера. Поэтому, выступая на правах фиатного брокера, мы уже работаем на этом рынке с 2004 года и два года назад стали активно интересоваться и развивать сервисы по криптооперациям уже непосредственно в новой системе блокчейн. Поэтому я представляю первого розничного брокера в сегменте криптовалют, обеспечивающего доступ к цифровым монетам в формате CFD. Собственно, вот наша площадка. Это сайт LH Crypto. Мы в свое время прошли год назад успешно ICO и уже вышли с нашим продуктом, с нашим сервисом.